Власти Астраханской области совместно с региональным управлением МВД прорабатывают вопрос модернизации участковых пунктов полиции. И начать проект могут с Ахтубинского района. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин в рамках своей рабочей поездки в муниципалитет 15 декабря. На сегодняшний день в Ахтубинске открыты 4 участковых пункта. Один из них находится в здании администрации района, 3 других расположены по городу. В кирпичных сооружениях расположены комнаты чуть более 20 квадратных метров, в которых сотрудники полиции принимают обращения граждан. Так, глава региона посетил один из ахтубинских пунктов и встретился с участковым, который рассказал, что ежедневно он принимает до 6 обращений, обслуживая при этом более 3500 жителей. Место приема граждан и место работы участковых требует такого более внимательного отношения с точки зрения модернизации условий, да, переоснащения. Я думаю, что мы такую программу вместе с начальником главного управления МВД по Астраханской области разработаем. И, может быть, даже начнем ее с Ахтубинска.